того, чтобы готовый продукт выдать, я сделаю заставку. Заставки у меня хранятся на вот на RAID массиве. Папка заставки, я беру заставки. То есть мне самому пришлось сочинить музыку, сделать заставку и так далее. И вот эту заставку, к примеру, я бросаю сюда, и у меня получается уже как бы законченное видео, которое буду вылаживать. Как правило, я хожу вот с такими вот камерами и что-то где-то снимаю. То есть вот в данном случае в магазине был, в магазине заснял там. Ага, дальше я уже тут беру, видите, у меня что тут. Доброго здоровья, народ. Я выхожу вот сюда вот. Вот она у меня блюр-заставка. Я люблю эту блюр-заставку. Я его положил сюда. Вот она у меня, где можно написать титлы. Я беру, нажимаю, где можно писать русский язык и пишу. Привет вам! Привет вам! Если мне надо этот шрифт сделать больше, я сделаю здесь. Привет вам! О! Если мне надо сделать вот это шрифт обычный, жирный, он жирный. Если мне надо изменить цвет, я меняю его здесь. Вот сюда выдвигаю. И он начинает у меня меняться на желтый. Если я хочу на красный, то я это все передвигаю сюда. То есть выбираю. И у меня получается такой малиновый получился. То есть что-то пояснить, что-то написать. И в конце концов, здесь мне надо сделать конечную заставку. То есть я сейчас прямо при вас все сделаю. Так, что тут рыбки? Рыбки, это что у меня было? Это я был в Анапе, когда выступал по гиревому спорту. И там ходил кушать в кафе. В кафе такой вот бассейничек. И я его сделал. Так. Ищем мой альбом. Это тут как раз у меня музыка. Допустим, Роял. Чтобы эта музыка моя была, и никто мне ничего там не говорил. То есть я и в этой области работаю. Лунные сутки. Вот они заранее все эти записаны. Записаны, причем я записал. 12 лунные сутки. На зеленом фоне, благодаря этому я могу подлаживать другое видео, и у меня получаются интересные картины. Вот смотрите, какая волна красивая. Ба-бах! То есть вот эту я мог такую заставочку сделать. Заставка библиотека, вот это я заранее сделал. Уважаемые посетители. Чтобы рассказать, программы. Как зайти в библиотеку. Вы знаете, что я автор многочисленных книг. Вот она у меня реклама. То есть я хочу, чтобы знали о моих книгах. Чтобы эти книги каждый желающий мог приобрести. Поэтому я, смотрите, эту только рекламочку сюда, концовочку раз. То есть что у меня получается. Кстати, вот видите, что происходит. Вы знаете, что я... Резкий какой-то переход. А вот если я добавляю вот эту штучку сюда, то есть переход. Сделать переход. Получается, смотрите, какая интересная штука. То есть визуальный эффект совсем другой. Смотрите. Вы знаете, что я автор начал. Да, сменилось. Теперь я сюда хочу добавить какую-то свою вот книгу. Книгу или газету. Все это у меня дело здесь. Газеты в PDF. Я беру, допустим, 9 номер. Сюда положил. Не уместилось. Я... Что делаю? Я вот сюда. И теперь мне надо это все сместить. Я беру таким вот образом, смещаю. И в итоге у меня получается, смотрите, такая вот рекламная заставочка.
Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Я сейчас вывожу. Все это я вывожу. Значит, у меня видео получается 8 минут 17 секунд. Вот это все видео. И тут видно 8.17, и тут еще большими. Нажимаю на вывести. Вывожу я так, на таком небольшом. Лишний раз нажму, что такое сеттинг, как тут это. То есть настройки. Значит, у меня HD 25 кадров она идет. В секунду стерео. Все нормально. Инфо. Значит, упражнение. Пишу. Упражнения мои. Дальше. Куда? Это пойдет на диск. Вот этот вот диск, если вы видите. Вот этот вот диск. Вот он. Это малявка. 1 терабайт. Смотрите, сколько все это занимает времени. Вот оно пошло. 8-минутное видео. Компьютером обрабатывается за... Смотрим. Конечно, хорошо, когда компьютер мощный, быстро все это обсчитывает. То есть на нем приятно работать. Ты не сидишь, не ждешь, а ты, у тебя голова занята тем, как бы что-то там сделать. А не выводом, не рендерингом этим, просчетом там или еще чем-то там. Когда все это там долго вставляется, загружается, выводится. Слышите, компьютер начал охлаждать себя. То есть он раскочегарился. Все готово. 8-минутное видео выводится, ну так, скажем, за 1 минуту 30 секунд. Вполне. Далее. Процесс уж так уж и быть. Весь вы будете наблюдать. Это все у меня вывелось вот здесь вот. Упражнения мои. Вот они, мои упражнения. Видите? Выдох. Все. Выдох. И нет. Плюс. Сделалось. Теперь я все это загружаю на YouTube. Ютубище. Выводим это сюда. Загружается Ютуб. Тут Виталик с посылками. Дело нужное. Добавить видео. Добавить видео. Значит, видео это новое мы тут сделали. Я перейти в классическую версию. Мне больше нравится старая версия. Она как-то попроще. Теперь смотрите, я это видео сюда перебрасываю. Далее, что надо сделать? И то, что я не делал, это я не делал. Не делал описание. Надо сделать описание. Описание я вот уже в Microsoft Word делаю. Это нам пока не надо. Можем свернуть. Появился. Открывается. Раньше Word открывался побыстрее. Что-то они тут намудрили, новые это программы. Возможно, для новых компьютеров с мощностями это все, так сказать, нормально. Все будет быстро загружаться, но у меня не так быстро. То есть вот я специально сделал файл. Описание программ. То есть у меня здесь заготовки есть. Я беру одну из заготовок. Вот раньше была это моя самоизоляция. И пишу. Мое упражнение. То есть упражнение во время самоизоляции. Мы можем с вами. Вот еще Google Chrome. Есть такая программа, которая как бы показывает ключевые слова к этому видео, какие они могут быть, подборка слов. И пишу упражнение. Ага.
упражнение, значит, число показов в месяц упражнения составляет 8 738 832. Нормально. Самоизоляция. Главное в этом не потеряться. Самоизоляция 222 991. Отлично. Идет. Хорошие слова подобрал. В итоге должны быть большие просмотры. Теперь дальше. Вот смотрите, зайти в мою библиотеку. Ссылка есть. Теперь описание. Значит, описание такое простое. Я показываю 5 эффективных упражнений для самоизоляции. Они позволят проработать весь организм. Они позволяют держать организм в прекрасной форме. Так напишем лучше. Вставили. Так, у меня канал про здоровый образ жизни, поэтому чей канал? Мой, Малахов. О чем? О ЗОЖ. Значит, что такое тренировка? Ага, упражнение есть, значит. Вот лучше взять упражнение на пресс 65 тысяч, чтобы конкуренция была меньше. Итак, мы пишем упражнение на пресс. Так, теперь это все мы вот так вот копируем и обрабатываем. Кстати, Малаховых много. И когда Геннадий, вот смотрите, я набираю, почему я сделал запрос именно Малахов. Набираю Малахов Геннадий. Малахов Геннадий подобрать. 5614 запросов в месяц. То есть мало. А если мы возьмем только Малахов без Геннадия, тоже 1 270 000. То есть столько запросов идет в месяц, и какие-то из них нарвутся именно на мой канал. То есть вот так вот происходит заполнение. Смотрите, что подбираете. Потому что я в свое время столкнулся с тем, что я, как продвинутая личность, ставил хэштеги такие-то, там, допустим, там не поясничная боль, там, а, допустим, там здоровая спина или еще как-то. Смотрю. А запросов на здоровую спину гораздо меньше, чем, допустим, на больную спину. Поэтому что надо делать? Надо менять запросы, чтобы твое видео смотрели. Я вставляю название видео. Далее описание пошло. Я беру описание. Вставляю описание. Вот оно, описание. Показываю 5 эффективных упражнений для упражнения самоизоляции сделать. Ключевые слова, по которым тум определяется. И они еще дублируются почему-то вот здесь. Вот здесь они тоже дублируются. Почему-то ты спешишь, вставляешь, потом смотришь ошибки. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Больше 15 ключевых слов ставить не рекомендуют. Куда это пойдет? Это все пойдет в какой плейлист? А, свой значок. Свой значок. Сейчас мы отмена. То есть вот добавит какой плейлист. Я добавляю плейлист «Доброго здоровья». Вот у меня плейлисты. И я сюда добавляю «Доброго здоровья». Все, он будет находиться в добром здоровье. И теперь какой-то надо сделать вот сюда заставку. Как она делается? Значит, я, допустим, беру, ага, вот так вот упражнение. Это просто выдох. Какая-то должна быть такая картинка.
Ну вот такое пускай будет. Теперь я делаю, то есть эта картинка идет на заставку. Теперь я фотографирую ее. То есть то, что я делаю. Некоторые там что-то там пишут и так далее. Я делаю снимок, называю его упражнение. Почему должны быть вот упражнения здесь, упражнения фотографии этой заставки? Потому что, как говорят, алгоритмы Ютуба, то есть все это сравнивает. И мы с вами берем свой значок, вот эту фотографию, упражнение. Вот они упражнения. Вот я тут какой. Выбрать. Добавляется. И в итоге получается, вот оно у меня. Все. Сейчас это замещается картинка. Опубликовать. И после этого все. Видео загружено, оно уже публикуется. И вот пошли адрес этого видео, по которому его искать. И теперь смотрите, что можно сделать. Можно вот эти вот все соцсетя сделать, в эти соцсетя ссылку на мое загруженное видео. ВКонтакте, то есть я был. Ага, наконец-таки ВКонтакте я вошел. То есть и мое вот это вот видео вошло в контакт, и что-то там такое осталось. То есть люди, которые там ВКонтакте, могут увидеть мое видео или ссылку на него. И в итоге они могут перейти на мой канал. Вот уже упражнение самоизоляции есть. Оно уже здесь. Все, можно уже его далее смотреть. Тут мы смотрим аналитику. Что и как у меня растет. Ну вот я вам показал, как я работаю с видео, съемка видео, монтаж видео, обработка видео и выкладывание в интернет и наблюдение, что тут происходит с видео уже дальше. Так выглядит мой канал. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.